Всем доброго времени суток. Сегодня у нас 16 ноября, канал Easy Money. Речь пойдет о кэшбэках. Какое-то время выбирал, какие там лучшие, худшие, кто как платит и так далее. Вот сейчас вкратце расскажу. По Алиэкспрессу я выбрал EPN. Минималка в EPN, то есть ссылочку видели, да, в шапке. Минимальный по EPN это 7%, но здесь еще есть такая тема с дополнительными промокодами. То есть находите в интернете промокоды. Вот я сейчас покажу, какие у меня сейчас использованы уже. То есть этот код на получается 3,5%, а истек вот тогда, ну то есть неделю работает. Эти коды по сутки работают. Так что можете вот их забивать. Они появляются новые постоянно перед каждыми акциями. Там, ну, постоянно высылают. То есть 7% это гарантированно, что вы получите. Больше получить можно, добавив промокупон. То есть просто сюда промокупон добавляем, активируем, и все, понеслась. Покупки я показывал, как делаем. То есть заходим на товар, выбираем товар, просто нажимаем эту штуку, активировать, здесь будет надпись, ну и вперед. То есть в предыдущих видео смысла на этом зацикливаться нет. Здесь еще есть у нас, естественно, не только AliExpress, ну, я просто пользуюсь в основном AliExpress и Gearbest. Вот. Все остальное как бы уже на любителя. По EPN все. Следующий идет это вот такой вот EABooks. ExtraBooks, то есть. Здесь упор, конечно, на Amazon, не на AliExpress. Здесь AliExpress, даже можно посмотреть, AliExpress есть. AliExpress 6%. Здесь 6%. Ну, сами видели, на том 5%. Ой, 7% минимум. То есть на EPN гораздо выгоднее работать по AliExpress. Получается, разные буксы, разные кэшбэки, точнее, работают для разных сайтов максимально эффективно. Как я работаю с Amazon? То есть это у меня для Amazon. Amazon. Ну, вот забивали, там видели, там разные адреса. Я зашел на Amazon.com для Америки, значит, для Европы, скорее всего, D надо набивать и так далее. Везде кэшбэки вполне возможно, что разные. Я в Германии, в Англии не покупал, покупал только в Америке. То есть забил здесь Amazon, я забил любую. Сейчас на данный момент он загружается. И мы идем в Amazon, попадаем. Просто делаем покупки. Кэшбэк 7,5%. Посмотрим. Я отсюда еще не получал. С EPN, кстати, забыл самое главное показать выплату. Выплату я получил на этот, на ВМЗ кошелек WebMoney. Получил его в течение там минуты. Вот, сейчас покажу выплаты. Выплаты. Сюда пришла статистика. Ну, 12.72. То есть после того момента, как вы на Алиэкспрессе подтверждаете получение товара, мгновенно практически здесь эти денежки попадают на доступный баланс для вывода, и вы, соответственно, можете выводить. Минималка не помню какая, но на данный момент вот у меня есть еще партнерка. С партнеров я там должен получить 34 доллара. Но на данный момент все, что получено, получил своих покупок. Так что спокойно можно там покупать. AliExpress за последние годы стал очень цивилизованным, нормальным магазином. Мне очень там нравится. Gearbest там. Кому как. Я в основном AliExpress пользуюсь. Да, доставка, конечно, кривая, но я уже показывал, там можно ускорить доставку. То есть каждый выбирает, как ему выгодно. По выплатам показал. На данный момент, то есть он платит. Наш вот этот вот ExtraBooks попали мы, значит, перезагрузили. Здесь мы сейчас покупаем и получится вот такая вот история. Сейчас покажу. Мой заработок. Входим. Вот я купил на Амазоне. Автоматом мне вылетела такая штука. В течение 7 дней они вот все это оприходуют. И здесь в течение 90 дней выплачивают. Кэшбэк. Посмотрим, какой будет процент. Это 2 января дата. То есть все четко. Посмотрим, как.
реферальские, здесь 5 долларов бонусом дают, и мне дают бонусом, я так понимаю, и тем людям, которые по моей реферальной ссылке сюда зашли. Вот. Посмотрим, как они это будут выводить, потому что сумма 175 долларов, я не знаю, что это такое. Потому что здесь дают помимо бонуса вот этого, еще какие-то проценты. Вот. Ну, так как пока на данный момент у меня вот здесь вот все мертво, только мои покупки, я ориентирую вас лично на ваши покупки. Что будет дальше? Ну, посмотрим. Что-то будет изменение, заплатят мне вот эти 175 долларов или надо будет их выработать каким-то образом. Посмотрим. Это все-таки кэшбэк, а не лохотрон какой-нибудь там, не пирамида. Вот. Ну, реально сумма серьезная. То есть я уже привлек почти, получается, там, сколько там, 40 человек, там, 35. Ну вот, так что привлекать можно. И я еще, типа, мне показывают, что будут процент получать. Но я еще писал, что он работает с eBay. С eBay сейчас не работает, то есть если забываем eBay, он пишет нам, не работает. Для этого я в группе, мне там написал человек, что на данный момент платит лучше всего другой сервис. Сейчас я его покажу. Другой сервис, другой сервис, другой сервис. Секундочку. Вот здесь вот он меня не все, сейчас я исправил. Это у нас получается топ кэш. Заходим сюда, здесь дают уже 10 долларов бонусом. То же самое, посмотрим. Но в любом случае наша задача, в первую очередь, зарабатывать на своих покупках. Реферальские, посмотрим, получится, не получится. Это и все. Тема дропшиперов и Amazon, и TopCash, и Amazon, и eBay, точнее. Здесь, естественно, есть и другие магазины, можно сравнивать. У многих кэшбэков, Тибитс, например, я его убрал, потому что проблема с выводом денег. То есть вот у этих вроде проблем как бы поменьше. Будем двигаться дальше, буду по ситуации рассказывать, потому что это видео именно в первую очередь не для рекламы кэшбэков, а для того, чтобы можете посмотреть. И так как, особенно еще раз говорю, те же дропшиперы обороты серьезные, вот, можете воспользоваться таким сервисом, дополнительно копейку заработать не помешает. Потому что кто занимается приватом, естественно, они не покупают постоянно эти товары. А кто постоянно покупает, продает, покупает, продает, ну, если обороты, тем более, там, десятки тысяч долларов, даже очень интересно. Не обязательно переходить по моей реферальной ссылке, смотрите, какие есть кэшбэки. Даже можете другие выбрать, посоветуйте. Вот как мне человек написал, что топ-кэш, он вроде как бы лучше всех сейчас платит с eBay. Как здесь работает, все абсолютно то же самое. Ну, например, Amazon забьем. Скорее всего, Amazon здесь есть. Посмотрим, сколько они платят. Ну, вот видите. Amazon типа до 10%. Ну, то есть можно смотреть, распыляться на миллион кэшбэков сложно, потому что где-то ограничения. Здесь говорят, что ограничений по выводу нет. Ну, еще раз говорю, я не выводил. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот, поковыряйтесь, посмотрите, потому что я его только вот запустил. Сам покупки на eBay я еще через него не делал. Вот, но смысл, естественно, понятен. То же самое забиваем. eBay выбираем. Кэшбэк сейчас 1% с eBay всего-навсего. Вот, вроде копейки, но еще раз говорю, на обороте. Ну, здесь все условия, переводить не буду, смысла нет. Думаю, кому будет интересно, они в любом случае это сделают. Плюс вот еще всякие дополнительные вот вещи есть. Так что вот такая вот история по кэшбэкам. Всем советую ими пользоваться, постепенно цивилизовываться. Кэшбэки работают, получают свою скидку за рекламу конкретного магазина и делят с нами свои прибыли. Очень удобно, да и в принципе достаточно выгодно при большом количестве покупок. Так что вроде и все. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на канал, вступайте по кранам в группу ВКонтакте, по Амазону, Фейсбук. Все эти группы у нас находятся в шапочке. Кто не хочет по ссылочкам ходить, то есть вот, пожалуйста, Facebook, ВКонтакте, то есть все как положено.